Президент Абхазии Аслан Джани посетил Галский район. Делегация прибыла в составе премьер-министра Александра Нквап, руководителя администрации президента Джансуха Нанба, министра внутренних дел Роберта Киут. Руководство страны встретил глава администрации Галского района Константин Пилия. Аслан Джани проинспектировал работы в Центральном городском парке Гала. Заместитель главы администрации Нарсоу Джокуа рассказал президенту о ходе ремонтных работ, которые начались в октябре 2022 года. Джопу отметил, что на эти работы из местного бюджета было выделено 5 миллионов рублей. В перечень работ вошла и укладка тротуарной плитки, установка лавочек и мусорных урн. В ближайшее время остается озеленение, добавил Джопу. Все лавочки установлены, освещение установлено, мусорные баки установлены. Единственное, что у нас есть небольшая проблема с озеленением. В связи с ливными дождями семена чуть-чуть смыло, и сейчас мы собираемся повторно опять. После того, как делегация проинспектировала ход работ, а глава государства ознакомился с процессом восстановления парка, Аслан Джани пообщался с местными жителями и расспросил об актуальных вопросах и проблемах гальцев. Затем делегация направилась в районный дом культуры на отчетное собрание. Открыл его глава района Константин Пилия. Первым с докладом выступил Роберт Джиба. Он отметил, что налоговые показатели перевыполнены по всем видам налогов. По итогам первого полугодия 2023 года общий объем поступлений в бюджет составил 32 миллиона 207 тысяч рублей. При плане 22 миллиона 453 тысячи рублей. Перевыполнение в суммарном выражении составило 9 миллионов 754 тысячи рублей. Процент выполнения 143%, динамика рост 140%. Налог на прибыль при плане 2 миллиона 32 тысячи, выполнено 2 миллиона 480 тысяч рублей. Перевыполнение составило 400 тысяч 448 рублей. Процент выполнения составило 122%, динамика рост 108%. На повестке дня также стояли результаты деятельности районного отделения внутренних дел, филиала РУП «Черноморэнерго» и финансово-хозяйственной деятельности. Межбюджетные трансферы из республиканского бюджета, в том числе и субсидии, в полном объеме направляются на выплату заработной платы основным категориям работников в сфере образования, здравоохранения, культуры. Что касается исполнения доходной части бюджета Галского района, в частности собственных доходов за первое полугодие, то оно составило 31 миллион 102 тысячи рублей, при плане 21 миллион 753 тысячи рублей, что на 9 миллионов 349 тысяч рублей больше сравнительно с предыдущим годом. Расходная часть бюджета за аналогичный период исполнена на 101,8%, отметил в своем выступлении начальник финансового отдела Хаджарат Адзенба. По итогам полугодия 2023 года, согласование с Министерством финансов Республики Абхазия, было принято решение Гальского районного собрания об изменении бюджета за счет изменения остатков на начало 2023 года в сумме 7 миллионов 42 тысячи рублей. В результате увеличения расходов появилась возможность завершить работы по благоустройству центрального парка, мини-футбольного поля, приобрести необходимое навесное оборудование для тракторов сельского хозяйства, приобрести служебный автомобиль в ГАЛ-Медиа, финансировать дополнительный штат бухгалтера в отдел образования, учесть необходимые расходы в отдел молодежи и спорта, обеспечить бюджетное финансирование 22 штатных единиц педагогов музыкальной школы района с 1 сентября 2023 года. О благоустройстве и поддержке надлежащего состояния территории города, ремонтных и аварийных работах, а также проблемах управления городского хозяйства доложил первый заместитель главы администрации Галского района, начальник УГХ Дмитрий Адлиба. Управление городского хозяйства администрации района в период с 1 января по 1 июля занималось как текущими плановыми работами по благоустройству и поддержке надлежащего санитарного состояния территории города, так и проведением иных работ в рамках создания благоприятной среды и обеспечения комфортных условий населения города, в том числе ремонтные и аварийные работы на линиях водовода, городской водораспределительной сети и канализации. За данный период в УГХ поступило более 96 заявлений от жителей Гальского района самого разного характера. Все заявления были рассмотрены и направлены в соответствующие службы. Все мы знаем, с какими проблемами столкнулась республика в связи со стихийными бедствиями на разных территориях. Но в Галском районе по поручению главы администрации нами были проведены масштабные работы –
ну, относительно нас, они действительно масштабные по расчистке русел рек и по расчистке канализационных ливневых стоков. Благодаря проделанной работе нас эти стихийные явления, даже в случае так называемых залповых ливней, мы мало пострадали. Хотя у нас в этом вопросе все равно есть проблемы. Мы продолжаем очистку ливневой канализации. Это касается южной части, нижней части города. Работы продолжаются, но мы как бы ориентируемся на те средства, которые есть в нашем распоряжении. Нам очень нужна аварийно-ремонтная работа для службы водоканала. Благодаря поддержке Сухумской администрации, в том числе, мы на крупные засоры вызывали Сухумскую аварийную бригаду, которая с помощью соответствующей машины пробивала нам канализацию. Им за это большое спасибо, но я почти уверен, что постоянно к ним обращаться с такой помощью мы не будем иметь возможность. Поэтому нам нужно приобретение именно такой единицы техники. Далее нам нужна автовышка-манипулятор для расчистки крыш, проведения подрезки деревьев. Беслан Жваня, зачитывая доклад об итогах оперативно-служебной деятельности ОВД по Галскому району, отметил, что за первое полугодие было зарегистрировано 25 преступлений, из которых было раскрыто 20, что составляет 80% раскрываемости, в то время как за аналогичный период было зарегистрировано 16 преступлений, а раскрыто 13. Что касается тяжких преступлений, зарегистрировано 8, из которых раскрыто 3. Целенаправленная работа ОВД по Галльскому району за первое полугодие 2023 года была направлена на осуществление комплексных практических и организационных мероприятий, которые были направлены на укрепление правопорядка, усиление борьбы с преступностью, на соблюдение охраны общественного порядка и безопасности на обслуживаемой территории, защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств в условиях повышенных требований к органам внутренних дел. В течение отчетного периода в производстве следственной группы ВД по Галльскому району было 18 уголовных дел. Из них 2 уголовных дела, перешедшие с 2022 года. Возбуждено 11 уголовных дел, возобновлено 4. Поступило из других горорганов 1 уголовное дело. Окончено расследованием 9 уголовных дел. Направлено дел по последственности 1 уголовное дело. Приостановлено 4 уголовных дела. Остаток неоконченных дел 2. Приостановлено, составлено отказных материалов 9. Службой МОП за первое полугодие 2023 года проведена определенная работа. На профучете состоят 6 лиц с заведением контрольных карточек, осужденных мерам наказания, не связанных с лишением свободы 2 человека. Больных психическим заболеванием, состоящих на учете Министерства здравоохранения Республики Абхазия 3 человека. Проведены рейдовые мероприятия. Составление административных протоколов 119, исполнено отдельных поручений 146, запросы паспортного стола 108, запросы управления городского хозяйства 38, обеспечена охрана и конвоирование судебных заседаний 17, обеспечена охрана общественного порядка 16, осуществлено оперативно-профилактических рейдовых мероприятий 71. ЦРБ город Гал осуществляет помощь населению по хирургическому, терапевтическому, неврологическому, кардиологическому, травматологическому и педиатрическому направлению. Также ОПУ оказывает помощь населению по родовспоможению. В медучреждении работают 42 врача, 56 медсестер и 16 санитарок. В 2022 году было 140 родов, из них одна двойня. За первое полугодие 2023 года родилось 63 ребенка. За аналогичный период 2022 года было 61 родов. За отчетное время в стационар поступило 181 пациентов, из них оказана хирургическая помощь 41 больному. В рамках проекта «Юфодайлог» при поддержке программы развития ООН отремонтировано и скоро сдастся в эксплуатацию здание для сотрудников скорой медицинской помощи СС Гальского района. Отремонтировано помещение в условиях поликлиники ЦРБ для школы диабета совместно с общественной организацией «Диабетическое общество Абхазии» по проекту «Диабет не приговор». Также совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия решается вопрос о снабжении кислородными точками оперблока терапевтического, хирургического и родильного отделений. Решается вопрос об установлении компьютерного томографа на базе лечебно-профилактического учреждения. Подготовлена и передана в Минздрав проектно-сметная документация по вопросу возведения грузового лифта на 2 этажа. Хотел бы заострить внимание на проблеме, связанной с ремонтом ЦРБ. Здание лечебного учреждения находится в критическом состоянии. Ремонтные работы
послевоенном периоде не проводились ни разу, капитально имеется в виду. Из-за ветхого состояния многих помещений работа в них становится невозможной по санитарно-эпидемиологическим нормам. Исходя из вышеизложенного, прошу вас рассмотреть вопрос о включении ЦРБ города Галгинде в программу по капитальному ремонту. В районе, к сожалению, проблем, как говорится, непочатый край. И эти проблемы решить не представляется возможным без вашего участия. Константин Эдуардович на всех площадках озвучивает и борется за решение этих проблем. Собрание пытается донести до компетентных органов о проблемах, представляющих не решение этих проблем для нашего государства. Первая и основная проблема – это, как мы все знаем, документирование. Вторая проблема сегодня в районе, которой нужно как бы принять решение, это ввозимые извне твердые бытовые отходы, которые уже разрослись до таких масштабов, что очень дискомфорт создают населению. И глава района постоянно говорит о проблеме. Это мы видим, слышим, наблюдаем, как бы нас постоянно обнадеживают, что в самое ближайшее время будут решены эти проблемы, но уже более 6 лет ничего не сдвигается с мертвой точки. Руководитель галского филиала РУП «Черноморэнерго» Нияз Джигиринай обратил внимание на необходимость капиталовложений в энергетическую отрасль. Глава государства поинтересовался о причинах снижения собираемости оплаты за электроэнергию, на что Джигиринай ответил: «Причина в цене. Если раньше 1 киловатт стоил 40 копеек, то сейчас 1 рубль. В то же время те, у кого стоят приборы учета, платят 100%. Всего их было приобретено 1000 штук. Уже установлено 400. До конца августа все оставшиеся приборы учета будут установлены», – сказал Нияз Джигиринай. Об итогах деятельности за первое полугодие проинформировал глава администрации Галского района Константин Пилиев. Глава района отметил ряд существующих проблем, связанных с питьевой водой, бесперебойным снабжением света, необходимостью реставрации электросети и установления дополнительных трансформаторов, а также непростую ситуацию с инфраструктурой в районе. Анализируя работу подразделения администрации и ряда других смежных организаций, мы понимаем, что успех состоит только в соразмерном, одновременном развитии всех направлений. Необходимо действовать слаженно, взаимодействуя со всеми службами, представленными в районе, с министерствами и ведомствами, с российскими партнерами, с международными организациями, аккредитованными в республике, и, конечно, с администрацией президента. Важнейшими задачами перед нами стоят это вопросы воспитания детей в дошкольных, школьных и среднеспециальных заведениях. Конечно же, сельскохозяйственная отрасль была и остается важнейшей частью экономики, на которой мы делаем упор. Общая площадь района составляет 43 тысячи гектаров, сельхозугодия из них 28 тысяч. Задействовано сегодняшний день 13 тысяч га. Отдельная сфера – это туристическая составляющая. В районе более 19 километров прибрежной полосы. В районе она совершенно не развита. Это красивейшая и живописная набережная, это эвкалиптовые рощи, это песочные пляжи. И знаем, что и в советские времена эта зона была не очень востребована, да, и было тяжело привлечь отдыхающих. И сейчас такой период, что там практически невозможно привлечь инвестора. Это вопрос инфраструктуры, это дорожное покрытие. Аслан Бжани отметил, что основа экономики Галского района – это развитие сельского хозяйства. По словам главы государства, необходимо сделать так, чтобы предприятия, которые берут землю в аренду, работали эффективно. Тенденции, которые обозначились, выполнение плановых показателей, появились предприятия в области сельского хозяйства. Вот такие маленькие ростки – это, конечно, хорошо, но этого мало. Пройдет время, ближайшие 1,5 года, мы будем отчитываться о том, что мы сделали. И за нами должны быть существенные заделы. Задача номер один, и не только в Гальском районе, в целом по Абхазии, это обеспечить наших людей работой. Уважаемые гальцы, на самом деле я испытываю к вам глубокое уважение,
население Гайского района дисциплинированное, трудолюбивое. Конечно, очень многое меняется. Конечно, слава тебе, Господи, благодаря и времени, и тем усилиям, которые предпринимались, жизнь, конечно, становится лучше. Но мы хотим, чтобы это произошло еще быстрее. Меня, как гражданина и руководителя страны, конечно, беспокоят цифры, которые здесь были названы. 200 с чем-то выпускников, и только двое имеют соответствующие документы с вытекающими отсюда последствиями. Мы этим тоже займемся. Вы знаете, легко разрушить, а тяжело создавать. Вот были приняты меры в 2014 году, которые привели к таким тяжелым последствиям. Потом они укоренились в сознании людей, части наших граждан, якобы это верно. Сейчас нам придется это отыгрывать, и невозможно это сделать за один день. Но пошагово мы эти вопросы будем решать. Глава государства положительно оценил проделанную работу, но отметил, что в последующем показатели должны быть еще лучше, и дал руководителям структурных подразделений поручение по повышению эффективности деятельности. Илона Микава, Анжела Убилава, Борис Цацуа, Галмедиа.